тут териковские болельщики вообще где-то были, появлялись, я ни одного не видел. Может, где-то в городе. Где-то в городе? Да. Потому что я только спартаковских вижу и все. Ну, да. Как думаете, как игра закончится? Ну, я надеюсь, победим хотя бы одну банку, 3 очка нужны в любом случае. Понятно. Да не стесняйтесь, что стесняться-то? Ну, ребят, вы сами-то ожидаете какого результата от игры? Положительный. Положительный это какой? Положительный для Терека. То есть ожидаете, что все-таки Терек победит? Ну, ждем, надеемся. А сам в футбол играешь? Да, да, играю. Играю. За Спартак болеешь, да? Да. А как тебе игра Терека? Получше сегодня, чем Спартак играли. Они получше с твоей точки зрения играли, да? Сегодня, да. То есть ты как футболист говоришь? Да.